Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас 13 июня, и по многочисленным просьбам уже наших зрителей я сегодня и записываю это видео. Мы сейчас подъехали к морю, раннее утро, как всегда, но не совсем раннее, потому что у меня есть там такое задание съездить посмотреть одну столовую, круиз называется. Мы сейчас еще туда заедем. Это находится на улице Тенистой, 43. Просил выиграть полковников. Потом несколько баз еще посмотрим, гостевых домов. Просила Жанна и Иван Большаков. И еще Александр Клементьев просил показать улицу Крымскую. Если все будет в порядке, я и туда заеду. Это, конечно, все раскинуто по Голубицкой, но я специально взял сегодня велосипед именно для этой цели, и прокатимся. Смотрите, какая красота сегодня. Я сейчас только что разговаривал с людьми, они здесь отдыхают. Медузки попадаются маленькие. На пляже я сейчас их вообще не вижу. Это очень радует. Море сказали, что теплое. Сейчас я еще не залазил. Сначала я хочу все-таки снять для вас, для зрителей, вот эту информацию. И еще для одной зрительницы она просила показать вот эту базу. По-моему, Ольга Глушко просила. База рыбаков. У нее есть информация, что здесь можно рыбу купить. Я точно не могу сказать, друзья. То есть врать не буду. Именно на этой базе я снимал ролик о советском крактере таком, ДТ-75. Он до сих пор работает здесь, помогает им, вытаскивает в море вот эти лодки. Я вот там вижу его на заднем дворе. Много зрителей писало, что он не рабочий, Василий, там и так далее. Он, друзья, рабочий, он ездит своим ходом. Когда рыба ловится, он помогает рыбакам. Здесь он разравнивает территорию даже иногда. То есть все хорошо с ним. Здесь, кстати, пляж, вот, возможно, курортная 63, вы можете сюда даже приходить, именно вот на это место. Он хороший здесь, в принципе, есть, конечно, и получше, но мне нравится. Еще там есть одна достопримечательность такая, я видео снимал, оно набрало 56 тысяч просмотров, друзья. И вот как раз вот там вот вы это и сможете посмотреть. Видите, вот где там такие как бы валуны, огромные волны о них бьются, и фонтаны. Я, может быть, в этом видео, а давайте я сейчас туда сразу схожу, и потом мы поедем базу отдыха смотреть. Вот, друзья, это почти то самое место. Вот это историческое место снесли, к сожалению. Вот там вот видите, вот дальше такие как волны бьются, а здесь посмотрите, как море размыло пляж. У меня есть старые видео, там 50 тысяч просмотров. Ну вот, найдите это. Или там оплот Греты Тунберг. И посмотрите вот эти места, как море работает с берегом, как оно его размывает. Видите, какая красота. Просто там можно постоять под фонтанами брызг. Это просто чудо. Мне, к сожалению, с телефоном туда ближе не подойти, потому что у меня зальет камеру. Я не буду рисковать, да? Последнее, так сказать, способ передавать вам информацию с Голубицкой. А так вот люди уже появляются. Еще раннее утро, повторюсь, но уже много. Просто красиво. Все-таки я рискну для вас, друзья. Сейчас подойду, посмотрим фонтаны. Шикарно. Представляете, какой можно здесь душ принимать. Вот вы встаете прямо на солнышке, да, в Голубицкой. Я считаю, что это вообще отличный аттракцион, бесплатный. Обратите внимание, какая красота. Везде нужно искать свои плюсы. Очень много уже красивых девушек ходит. Это вдвойне приятно, даже втройне гулять по пляжу Голубицкой. Просто чудесно. Я сейчас
поговорил с одной интересной девушкой. Ее зовут Ольга. Она, к сожалению, не захотела сниматься на камеру. Она рассказала уже, что 22 года они сюда приезжают, в Голубицкую, снимают жилье у одного и того же хозяина. Здесь у них практически родились дети, в Голубицкой. О, какая красота! Это метров 8 в высоту поднимаются эти фонтаны, друзья. Просто чудо. Ладно. Я ее попросил, конечно, ну, рассказать, как ребенок лечился у нее здесь. Ей врачи посоветовали в Голубицкой вот отдыхать как раз. Но, к сожалению, она стесняется. Может быть, она решит. Я все-таки сниму вот у нее интервью, хотя бы без лица. Это очень, очень интересно. Ладно, едем дальше смотреть эти базы. Я очень обожаю такие вот волны, нырять под них. Это самое-самое наслаждение, которое может быть в Голубицкой. Вот как раз купаться в таких волнах. Просто шикарно. Кстати, не переживайте, не пугайтесь. У нас в Голубицкой вот такие пляжи, это практически в единичном, так сказать, количестве, да, вот с такими бетонами. Потому что это бывшее какое-то ограждение какой-то базы и так далее. Море разнесло его в хлам азовское. Посмотрите вот эти видео, оплот Греты Тунберг. Вы там поймете, о чем речь, как оно здесь уничтожает этот бетон. Поэтому это у нас редко здесь. В основном пляжи вот такие чистые, красивые. А вот как обстановка в домах отдыха в этих. Смотрите, какая уютная атмосфера для отдыха. Очень хорошо. Едем дальше, друзья. Но мы еще к морю заедем, друзья. Я покажу вам еще там проходы к морю. Здесь вот такой простой проход к морю. Собачки здесь лежат. Смотрите, маленькие отдыхают. И как всегда у моря много торговых точек. Мороженое, напитки. Все можно купить. Не отходя, так сказать, да, от вашего места отдыха. Кстати, я еще хотел сказать. Если кто-то узнает из вас меня на пляже, не стесняйтесь, подходите и рассказывайте свои впечатления о Голубицкой. Потому что для людей это действительно интересно, я так понял. По комментариям, даже по звонкам, мне ВКонтакте очень много людей пишет. Как обстоят дела, как довольны ли люди, что они об этом думают, ну и так далее. Вот такие вот вопросы интересные. Только вы можете рассказать своим вот личным общением на камеру. Кто стесняется камеры, я могу камеру убирать, и вы будете просто рассказывать. Ладно, мы едем дальше. Ольга, я покажу для вас, где вход. Вот именно в это место, где рыболовецкая база. Посмотрите, здесь напротив гостевой дом Голдова, если я правильно тут по-английски, да, разговариваю. Вот такой здесь павильончик. Я надеюсь, вы узнаете это место, когда будете отдыхать здесь. Я знаю, вы скоро приедете. Вот зайдите сюда и спросите рыбки. Пока я там никого не видел, возможно, просто сейчас не время для ловли. А сейчас я покажу курортную 63. Здесь несколько гостевых домов. Я посмотрю, покажу вам общую обстановку. Может быть, спрошу, пустят ли меня туда или нет. Это, конечно, под вопросом. Представляете, да, странный человек, который разговаривает в своей коробочке. И так иногда некоторые люди удивленно смотрят на меня. А тут тем более, да, жилье снять. Я не знаю. Ну, посмотрим. Может быть, в прямом эфире удастся какой-нибудь трэш-контент снять. Здесь очень интересный ориентир. Вы когда едете в Голубицку, заезжайте на центральный пляж, мимо Магнита проезжайте вот по этой дороге, обратите внимание на вот эту Ниву. И вот по этой такой дорожке, либо там еще есть, по-моему, проездик. Здесь, кстати, очень много парковки. Вот это плюс огромный. Сейчас мы прокатимся. Я сначала подъеду к дому, а потом покажу, где вот... Потому что зритель попросил, Иван Бочков, по-моему, тоже район показать, который прилегает к этому дому, гостевому дому. В принципе, я ему написал, что место хорошее, потому что море близко. Вот этот пляж я только что показал.
у него будет пляж получше. Потом, ну, он может и сюда ходить, здесь недалеко. Наверное, метров 250 до этого места, где только что я был. Ну, давайте сначала подъедем, а потом уже будем смотреть дальше вот эту территорию. Обратите внимание, здесь даже есть такие как бы заброшенные базы, похоже. Вот, видите, здесь, я специально здесь проезжаю, есть такая парковочка. Можно ставить машины. Здесь парковочка тоже есть, посмотрите. Но вечером здесь будет машин побольше, потому что люди приезжают вот сюда отдыхать с детьми. А вот и это место, курортная 63. И посмотрите, сколько здесь находится гостевых домов, я так понял. Золотая рыбка. Так. Вот эти все названия можно посмотреть. Телефоны. Место хорошее, в принципе, я советую. Интересное место. Есть мини-маркет рядом. Я сейчас даже, может быть, подойду, спрошу у сторожа, разрешит ли мне туда пройти. Я посмотрю. Тут, оказывается, моя зрительница работает. И она хозяйка одного из этих гостевых домов. Если нужно будет, я оставлю ее потом телефон. Так что мы посмотрим сейчас. Зайдем на территорию, разрешили. Здравствуйте. Вы хозяйка этого дома, да? Меня зовут Василий. Как вас зовут? Татьяна, очень приятно. У меня зрители, есть канал свой, деревенский заколхоз называется, на YouTube канале. Я житель Голубицкой, снимаю здесь. Просто помогаю людям бесплатно. Покажу ваше место, если вы разрешите. У меня зрители просят именно ваш дом показать. Можно внутрь не заходить, потому что, видите, я сейчас только что с моря. И у меня просто все эти кроссовки сырые, в песке. Очень хорошее место здесь. Вот посмотрите, можно не смотреть на то, как здесь домик сделан и так далее. Само место просто великолепное. Вся инфраструктура рядом. Магазины, Магнит, море. Вообще, я тут даже не знаю, Татьяна, сколько тут метров? Тут, наверное, метров 10, да? Нет, если... 80 метров есть, конечно. 80 есть от вашего, да? Ну, 80 метров, представьте, это... Ну, я даже не могу объяснить. Это вот пока мы разговариваем, идем, мы, наверное, больше уже пройдем сейчас, чем эти 80 метров. Это вы имеете в виду от вашего дома гостевого, да? От вашего дома гостевого, ага. Да, непосредственно. Очень приятная атмосфера. Я показал там парковки, море. Вот обратите внимание. Татьяна, а у вас есть парковочка здесь? Да, конечно, вот. На территории обязательно есть парковка. На территории у нас есть. Есть отдельно стоящий дом и есть гостиница. Великолепно, просто великолепно. Так, Татьяна, расскажите. Вот, смотрите, вот у нас есть шале, отдельно стоящий домик. Он двухкомнатный, веранда, то есть можно спокойно посидеть на верандочке, отдохнуть. И можно также непосредственно сидеть в самой комнате. Там две спальни, душ, туалет, все есть, все имеется. Вот. И есть еще непосредственно гостевой дом, трехэтажное здание. Это вот именно Азов и Я, да? Да. Или нужно правильно говорить Азовия? Ну, или... вообще называли изначально Азовия, но в итоге некоторые называют Азовия. В принципе, нам это не глобально. Интересно, да. Ну, это здесь у нас фундальная зона больше. Вот это очень радует. Пожалуй, это... Да, я люблю зал шашлыки, у меня видели во дворе, все, мангал есть. И тут у нас получается вход непосредственно в гостевой дом. Ну, как бы номерочек есть один небольшой, свободный. Угу. И на втором этаже есть свободный большой номер. А по ценам вы не расскажете, вот примерно по ценам? По ценам как? Сейчас от 1000 рублей двухместный номер, это на, именно на этот период. Ну и потом, естественно, они дорожают к середине лета. Угу, понятно, то есть, ну, это уже будет зависеть действительно, я понимаю, о чем речь там, когда... пик сезона и так далее, это все будет дорожать. Но вот пока вы цены слышали, я считаю, что на берегу моря это достойное жилье. Многим из вас, кто отдыхает в Голубицкой, это и нужно. Ну,
душ, туалет есть, кухонная зона есть в номере. То есть, как бы, довольно-таки комфортно, уютно. Сплит-система, телевизор. Все, что надо, как бы, для проживания именно на море, все имеется. Это вот хозяйка, просто очаровательная женщина. Она все расскажет вам, все здесь покажет. Ну, вот я уже вижу, что будет приятно здесь отдыхать. А посмотрите, как она старается здесь. Я вот мимо такого Татьяна не могу пройти. У меня канал «Деревенский заколхоз» называется, и мне вот эти вещи вообще нравятся. Все сажали. Красота! Это просто чудо. Может, обратить внимание еще вот на следующее клумбы. Это вообще мне сам филиал из дерева делал. Замечательно. Угу. Так потихоньку пытаемся облагородить. Окультурить, так сказать, наше помещение. И это самое главное, потому что люди будут вот эту душевность чувствовать. Здесь будет приятно отдыхать. Море, солнце. И когда заходишь вот домой, можно сказать себе, в такие домашние условия, это будет очень приятно. Да. Посмотрите, как здесь красиво. Вот когда вы идете к морю, обратите внимание. Представьте, да? Как хорошо. Смотрите, да? Какая красота. А там вообще, вот именно вот по этой, как бы, такой импровизированной тропиночке мы идем к морю. Коты здесь живут. Вообще великолепно. И посмотрите, в этих местах вот парковка, о чем Татьяна говорила, у ее гостевого дома тоже своя парковочка. Я, кстати, забыл, друзья, показать вам, но она есть. Я сам видел. Но очень приятно идти. Особенно вы, когда покушать захотите, будете идти с моря, придете, мангал разожгете. Очень хорошо. Вся масса дыма уходит наверх. Ну, тут уже непосредственно даже шум моря слышим. Я вам скажу, я не знаю, есть ли здесь 80 метров. Я пока шел, смотрел на эти цветы. Наверное, мы шли тут, наверное, минуты две. Я даже не знаю, наверное, да? Две меньше, минутки, да? Меньше даже. Это, наверное, пока я разговариваю, снимаю цветы минуты две. Посмотрите, какая красота, какой аромат моря. Мне нравится, я не знаю, может быть, я такой не изысканный вот в этом как-то. Мне очень нравится. Татьяна нам сейчас скажет номер телефона для связи с ней. Посмотрите, я вообще, конечно, в шоке. Тут очень приятно ходить. Вам, Большаков, вот. Жанна, ну, я советую это место, очень хорошо, все удобно. Татьяна, скажите, пожалуйста, ваши координаты. Да, наши уважаемые отдыхающие, будущее, ждем вас очень в гости, поэтому звоните по телефончику 8-918-394-15-86. Приезжайте, ждет вас море, ждет вас лето, песочек наш и наши цветочки. Спасибо вам, Татьяна, огромное. А мы, друзья, едем дальше. Ну, я скажу, шикарное место. Самое главное, еще я хочу обратить внимание, посмотрите, как под охраной оно, да, здесь лишних людей, типа таких, как я, да, не будет. Тренажерный зал еще есть, вообще хорошо. Детская площадка, друзья, это вообще сказка. Да. Я смотрю, здесь и в волейбол можно поиграть. Кстати, смотрите, это как хорошо, дети здесь, под вашим присмотром, вы здесь можете даже на пляже лежать и детишки рядышком. И можете сами активным таким спортом позаниматься. Это тоже, кстати, хорошо. Да, Татьяна, конечно, сегодня чудесный день, я могу сказать. Я вот с вами познакомился, со зрительницей, там на посту охраны. Я даже не спросил, как ее зовут. Светлана Владимировна. Светлана Владимировна, друзья. Тоже их не гостевой дом, кстати говоря. Да вы что? Я хочу вот тоже Светлане Владимировне спасибо сказать. Посмотрите, вот ее гостевой дом. Я сейчас даже покажу. Вот мы с Татьяной здесь именно мимо проходим. У нее дом здесь рядом у моря находится. Посмотрите, вот ее телефон. Я сейчас покажу вам. Оказывается, это она здесь такие красивые растения высаживает. Обратите внимание, Светлана Владимировна, вот звоните сюда. Просто чудо. Я, наверное, напрошусь к ней в гости как-нибудь, покажу, как у нее там обстановка. Очень комфортные номера, очень. Да, шикарно. И главное, что парковочка есть. Мне нравится. Очень, очень мне понравилось здесь. Люди общительные, я вообще поражен.
другой стороны, от этого дома, как раз вот где я только что был, видите, есть даже Пятерочка. Здесь парк развлечений. Шикарное место тоже. И здесь же рядом находится еще один дом, который мне просили показать. Сейчас мы к нему подъедем. Вот обратите внимание, здесь вот вся эта улица рядом с предыдущим гостевым домом. Просто сплошные развлечения. Вот так вот по всей улице. И взрослым, и детям здесь есть чем заняться. Утром, конечно, как всегда, видите, вот только люди приезжают, еще мало. К вечеру здесь начинаются просто чудеса. Всем советую, потому что здесь вся голубицкая собирается в этих местах. Очень хорошо, весело. Есть проходы к морю. Вы когда можете здесь так поразвлекаться, что-то с детьми, да? И сразу же пойти покупаться. С этой базой кооператор на улице Курортной 87. Я покажу сразу инфраструктуру. Проход к морю буквально рядом. Я ее еще не нашел. Я нашел 85-й дом. Здесь так все запутано немножко. Но посмотрите, там, я даже не знаю, метров 20 от этого 85-го дома. Вот саму инфраструктуру, что можно здесь перекусить, купить какие-то овощи. Обратите внимание, какие приятные здесь места. Столовая, есть поесть. Я нашел все-таки эту базу. Она рядом вот с тем местом, где вот столовая. Вот обратите внимание, да? Все рядышком. Вот она, база отдыха кооператор. К сожалению, без номера дома. Там внутри я ничего не могу сказать. Здесь, в принципе, нормально. Вот есть телефон, я покажу. Двух-, трех-, четырехместные. Очень много там уже людей. Можно даже подъехать, кто будет проезжать. Я думаю, здесь можно будет зайти, постучаться через... А, калитку, да, здесь простой запор, можно зайти. Туда я заходить не буду. Ролик уже длинный получится. Сегодня мы этим ограничимся. Здесь у нас район Кавказ. Вот посмотрите, как хорошо. Кто здесь будет так вот приезжать? Вот как эти молодые люди на машине. Эти сдают жилье собственное. Черешенка. Класс. Вообще. А вот мимо этого я пройти не могу. Одна из зрительниц тоже просила показать столовую, она как раз по пути к другой столовой, к которой мы сейчас двигаемся. Столовая Fresh. Она ее любимая. И сейчас я зайду, опять же, если меня оттуда не попрут, я сниму ее. Я уже рассказывал, что здесь вот когда заходишь, очень приятная обстановка, вот здесь атмосфера. Вот здесь я буквально стою, обратите внимание, и приятно здесь, приятная прохлада, потому что здесь навес очень большой и очень хорошо воздух такой продувает здесь. Ну давайте зайдем посмотрим. Так, собаками нельзя, да, не курить, ведется видеонаблюдение. Это здесь я сразу покажу. Туалет, руки можно помыть. Здравствуйте. Не пугайтесь, пожалуйста. Меня заставили зрители снять вашу столовую тут. Это даже не столовая, это кафе у вас, наверное, да, какое-то? Столовая все-таки, да? Меня Василий зовут. Как вас зовут? Анжелика. Анжелика, очень приятно. Я покажу просто цену у вас сейчас. Вы знаете, цены сейчас пока мы старые, видите, мы их заклеили. А, цены старые. А вот здесь меню у вас, это как? Нормально? Мы тут тоже, тут мы что-то оставили, а что-то там у нас есть дешевле. Ага, понятно. Например, в принципе, так это, ну, компот 40 рублей. Компот 40 рублей. Да, кофе обязательно скажите.
Там кофе, смотрите, 40-35 чай. 200 грамм, это хорошо, да. Не маленькая чашка чай, да, а большая. Угу. Ну, также, смотрите, оливье, ну, в принципе, такие же. Может быть, сейчас... Да-да-да. Понятно. Картофельные дольки, это по 150 грамм порция просто. Угу. Знаете, она не 100 грамм, 150. Да-да-да. Да, просто тут нужно изменить. Ну, а так... Ну, я вижу, у вас все в процессе. Я уже к вам заезжал, дело в том, что да, меня просили зрители, и она была закрыта. Но я их обрадовал, что смотрю, здесь чисто, все хорошо. Значит, ну, только вот сейчас раскладываю. Красота. Запах здесь приятный, чувствуется такой, как, знаете, бывает иногда в столовых не очень так, а здесь нормально. Хорошо, красиво, чисто, главное, мне нравится. Друзья, поэтому вот зрительница не зря его посоветовала. Это, кстати, ваш... Какой-то постоянный посетитель, часто в Голубинске бывает, посоветовал вот сюда. Очень хорошо. Да. Спасибо вам большое. Я еще, кстати, зайду, да, со своей семьей. Попробую, как у вас дегустацию. А так хорошо. Даже для детей, смотрите, есть какие-то пирожные. Это тоже хорошо. С чаем, да, получается. Ну, я понял. Главное, что вы работаете. Вот это мне нужно просто. Да, спасибо. Можно приятно отдохнуть. Здесь прохладно. На улице даже жара начинается, а здесь хорошо. Потому что все это проветривается и воздух чистый. Так что вот, дорогие зрители, эта столовая работает. Видите, вот только-только они открылись, видимо, шарики висят. Очень хорошо. Очень хорошо, друзья. Это радует. А мы едем дальше искать столовую «Круиз». Я не уверен, что я ее найду, конечно. Но будем искать. Вокруг очень много таких вот объявлений. Это тоже плюс. Встречаем, провожаем. Организуем поездки и так далее. Так что без такси вы здесь не останетесь. Обращайте внимание. Я иногда за собой замечаю, что... Хожу в телефоне, ищу какое-то такси, если в каком-то городе. Они вот, они висят везде, эти объявления. Все видно. Вот, чтобы добраться до этой столовой, которая находится на улице Тенистой, нам нужно, ну, я думаю, так будет просто удобнее, проехать по улице Солнечной. Здесь только что я был в этой столовой. Фреш. И вот сейчас мы по этой улочке маленькой будем туда двигаться. Здесь дорога такая, вот обратите внимание, не очень хорошая. Я думаю, будет камеру трясти, поэтому я сейчас здесь буду отключаться. Сами понимаете, вот мимо такого я пройти не могу. Не только в Ялте у нас живут творческие люди и умельцы. Обратите внимание, это вот здесь у нас в Голубинской. Улица Солнечная. Посмотрите, как красиво оформлен дом. Солнечная, 36. Запомните, друзья, этот адрес. Вот здесь вы тоже можете снимать жилье. Красота. Просто красота. Здесь также, посмотрите, рядом с этими столовыми уточки плавают. Такая своеобразная голубинская Венеция. Я в одном из видео показывал. Это вот так вот вы будете идти к морю. Очень хорошо. А здесь обратите внимание, даже детские качельки. Тоже такой своеобразный прудик. Парковочка. И вот это все по дороге к этой столовой, «Круиз». И вот это вот рядом, что я вам показал только что, да, прудик. Голубинская Венеция, там какой-то канал. Обратите внимание, вот у нас есть, похоже, это столовая. Столовая «Круиз». Ой, нет, да, «Круиз». Красота. Сейчас я зайду, я надеюсь, меня отсюда не попрут. И мы посмотрим. Смотрите, друзья, оказывается, место такое проходимое, это столовая. Я вот здесь нахожусь минуту. И обратите внимание, сколько много людей прибывает. Я сейчас покажу вам, пройдусь. Вентиляторы здесь, видите, в жару хорошо будет.
вокруг цветы. Цены я вам покажу примерно, вы посмотрите. Поэтому у нас в этом году меньше команд, поэтому дальних команд для Красноярска. А я снимаю. Кто? Представьтесь. Здравствуйте, это обязательно? Ну, да. У меня свой канал на YouTube есть. Называется «Деревенский заколхоз». И один из зрителей попросил снять вот эту вашу столовую. Она ему очень понравилась, когда он здесь отдыхал. И поэтому я сюда приехал. Да? А вот расскажите, пожалуйста, давайте отойдем, чтобы людям не мешать. Вот честно вам скажу, вот почитайте, у меня есть отзыв. Я сейчас даже назову этого зрителя. Так, Игорь Полковников. Я не знаю, знакомый, может быть, вы, он здесь был. И вот он меня попросил. Я живу здесь, в Голубицке, и снимаю на канал, как у нас в Голубицке. То есть, как здесь. Вот я сейчас, столовая Фреш меня просили, я только что там был. Чтобы люди знали, где можно покушать, отдохнуть, какое у нас море, какая погода, есть ли медузы и так далее. Вот. И вашу столовую очень вот хвалил этот человек, поэтому я здесь. Вы не пугайтесь, я там не из какой-то ревизора там и так далее. Дело в том, что у меня вот есть конкуренты, которые на меня нагоняли, специально снимали и писали. Негативно мне приходилось отбиваться. Понятно, поэтому да. Поэтому я научена. Вы извините, что я вот так отреагировала. Ну да, да, да. Ну, вообще люди все довольны. Вот. Не зря человек написал. Вот видите, у меня даже адреса, вот где я сегодня проезжал, вот эти все на бумажке, а то чтобы не забыть, да? Я уже был. А, это вот с другой стороны. Я уже был на курортном 63. И вот это можно посмотреть у меня на канале. Я... Да, 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 да. Он здесь отдыхал, там в комментариях можно найти у меня на канале. Недавние ролики о Голубицке. Я там много чего. В Ялту сейчас снимал, когда мы ездили и так далее. Все подряд, в общем. Здесь все в порядке. Я показал вот этому зрителю, она работает, все хорошо. Место приятное, и посмотрите, как люди его любят. Одни за другими сюда просто заходят. Я даже удивлен. Вроде бы такое место. Вот вы видели, да, до пляжа, наверное, здесь, я даже так боюсь точно сказать, но метров, наверное, 250. И люди сюда идут и идут. Возможно, это отдыхающие, которые здесь рядом проживают. Но... Вот обратите внимание, я без обмана, они все сюда. А это значит, что столовая хорошая. Поэтому я, конечно, здесь не кушал, не пробовал, но люди не зря заходят. На этом я буду заканчивать с вами. Показал вам сегодня все просьбы телезрителей. Я на самом деле очень доволен сегодняшним днем. Все люди, вы видели, в Голубицке попадаются очень приятные, общительные. Ну, здесь... Очень хорошо, друзья, на самом деле. Я уже сюда приезжаю много лет. Сам уже здесь остался жить. У меня здесь родилась младшая, третья дочка. Поэтому я очень счастлив, что есть такая Голубицкая, Азовское море. И заканчиваю вот на этой приятной столовой. Всем удачи, счастья. До свидания.